ночь, тишина. Мы пишем свой роман, слов не понять тому, кто прочитает. Все потому, что шифр никто не знает, но знает он, и разгадаю я. Привет. Привет. Был день, как нудный дождь, к тому же наполнен скучными делами. А я читаю, я скучал за вами и ждал, когда наступит снова ночь. Работа, дом, семья, все как всегда. Мне кажется, что жизнь проходит мимо. Я знаю, что судьба неумолима. Пройдут недели, месяцы, года. Какая ночь, а над окном луна. Она надежду дарит мне и ласку. Мы оба заблудились в этой сказке и ищем в ней желанного тепла. Вот новые стихи, все о любви. Скажите, хороши ли эти строчки? Я поняла, о чем в конце три точки. Они надежда в призрачной дали. Туман, но легче, если свет сквозь пелену заманчиво мерцает. И если тайну снова разгадает далекий, очень близкий человек, ночь, тишина. Мы пишем наш роман, а круглая луна его читает. Она одна и тоже понимает, о чем пишу и что прочтет она. О чем пишу и что прочтет она. Ночь, тишина.